Телефонный номер ЭБРУ. Вызов ЭБРУ. Знаешь, мама всегда любила Урала больше, чем меня. Он всегда был ее любимчиком. Никогда его не ругала, никогда. Она не видела даже плохого, что он делал. Но то, что делал я, она сразу замечала. Вы мне это рассказываете? Если бы вы видели нашу семью. Хорошо, плохо. Всегда хазал. Несмотря на это, я всегда любил маму, всегда. Жил надеждой, что она меня тоже когда-нибудь полюбит. Может, она не показывала свою любовь, но... Я всегда верил в то, что однажды она посмотрит на меня, как на Урала. Если бы у меня был еще один шанс. Если бы у меня было еще немного времени заслужить ее любовь. Даже не знаю, что сказать, господин Синан. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Очень жаль. Спасибо. Хорошо, что ты пришла. Этого достаточно. Но... Не обращайся ко мне больше на «вы». Хватит уже! Замолчите! Мы весь вечер должны вас слушать! Ты кто такой, чтоб нам приказывать? Будешь молчать. А что, если не замолчу? Сказал, будешь молчать! Вставай! Вставай, вставай! Я вставай, встану, и ты пожалеешь! Вставай! Что вы делаете? Пошли вон! Не трогайте его! Пошли вон! Отойди! Не трогай его! Пошли вон отсюда! Что ты все еще смотришь? Пошли вон! Вы пожалеете! И что ты сделаешь? Все, пойдем. Пойдем. Идем. Осторожней. Осторожно. Скажи, зачем? Зачем ты это сделал? А если бы с тобой что-то случилось? Ничего же не случилось.
Ты не в порядке. Тебе нужно домой. Я не хочу возвращаться в тот дом. Ты мое прошлое. Только рядом с тобой я очень счастлив. Без тебя я прожил самые худшие дни моей жизни. Ты мой сегодняшний день. Держи меня за руку. Не оставляй меня. Никогда больше не оставляй меня одного. Целых 26 лет мы вместе ждали тебя. И в подходящее время именно это кольцо обещай надеть на свой палец. Я налью тебе выпить. Налей, милая. Только покрепче. А он еще просит меня не вмешиваться. Это ты не вмешивайся. Сует свой нос в чужую жизнь. Садись. Ты
кто такой, чтобы решать, за кого и когда выйдет замуж Эмре? Пусть женится, хоть сегодня, хоть завтра. Они что тебя спрашивать должны, Вурал? То есть как? Когда они поженятся? Сейчас. Быстрая регистрация. Звонок Дефне. Алло. Алло, Синан. Где ты? Ты не пришел домой ночью. Почему ты не предупредил меня? Прошу, не злись. Ты же знаешь, вчера я был зол на брата. Я немного перепил. Не хотел идти домой в таком состоянии. И где ты? Где ночевал? Милая, я ночевал у Мерта. Синан, где ты сейчас? Сказал же, я у Мерта. Ладно, пусть так. Передавай привет Мерту. Пусть как-нибудь заглянет, давно его не видела. Хорошо, я передам. Он здесь, передо мной. Ну ладно, я уже еду домой, увидимся. Здравствуй. Я так взволнована. Что случилось? Что с тобой? Я до утра был в участке. Азиза арестовали. Его обвиняют в убийстве твоей мамы.
Как это? Это его рук дело? Спокойно. Это не он. Я уверен. Я его знаю. Хорошо знаю. Это какое-то недоразумение, и я во всем разберусь. Это он убил маму? Имре, давай сядем. Идем. Послушай. Если ему никто не угрожает, Азиз никому не навредит. Это точно. Я его знаю. Все мы совершаем какие-то ошибки. Но он никогда бы не убил человека, не переживай. Если ты не доверяешь ему, поверь мне. Я тебе верю, но... Но я представляла сегодняшний день иначе. Мама должна была быть рядом. Она бы улыбалась мне, когда я давала бы согласие. А теперь посмотри на нас. Неужели мы так запомним нашу свадьбу? Поверь. Я бы не хотел сообщать такое в день нашей свадьбы, но и для меня это нелегко. Кенан, я ждала этого момента со дня нашей встречи. Живу ради этого. Но не знаю, будет ли это правильно. Ты только посмотри. Раз мы любим друг друга, нам не стоит тянуть со свадьбой. Когда мы выйдем отсюда, то будем делить и боль, и счастье, хорошо? Пойдем. Я ума не приложу, как Азиз смог такое сделать. Даже если они и враги, как можно убить человека? А я-то думала, что Вурал опасен. Хазал, с тобой все в порядке? Что-то случилось? Он ничего не делал. Это моя вина. Я отправила его в тюрьму. О чем ты говоришь? Зачем ты это сделала? Мне пришлось. Как это пришлось? Как ты могла допустить это, зная, что он невиновен? Ответь, Хазал. Получается, настоящий убийца гуляет на свободе. Как ты согласилась на такое? Он меня заставил. Кто? Кто мог тебя вынудить сделать это? Вурал. Он вынудил меня сделать выбор. Сказал, что у него есть улика, и заставил выбрать между Азизом и Кенаном. Как? Он мог заставить тебя сделать такой выбор? Я знаю, что между ними вражда. Но почему он тебя впутывает? Потому что Азиз мой отец. Он разлучил нас, не дав узнать друг друга. Я не знала, Хазал. Мне очень жаль. Почему ты не попросила о помощи? Почему выбрала его? Я не могла выбрать Кенана. Вместо того, чтобы спасти отца? Имре очень больна. Она не вынесет разлуки с Кенаном. И я не могла их разлучить перед свадьбой. Ты пожалела Имре и пожертвовала отцом? Я не хотела подставлять Кенана. Как долго ты знаешь Кенана? Почему ты его прикрываешь? Или же... Есть что-то еще? Это очень длинная история. Но она осталась в прошлом.
Ты ведь все еще любишь его. Ты уверяешь, что все в прошлом, но глаза говорят иначе. Вы, Имре Демироглу, согласны взять мужья Кинана Челеби? Да. До конца жизни. Вы, Кинан Челеби, согласны взять в жены Имре Демироглу? Знаешь, мы поженимся, наденем кольца, поклянемся в верности, но... Но для клятвы любви слов не существует. С каждым вздохом и до самого последнего я буду любить лишь тебя одну. Да, согласен. Вы подтверждаете согласие? Да. Да. Властью, данной мне городским муниципалитетом, объявляю вас мужем и женой. Желаю счастья. Спасибо. А Кинан знает, что ты его защищаешь? Что пожертвовала отцом ради него? Никто не знает. Я не могу рассказать. Ты можешь сказать Кинану. Он поддержит тебя, поможет, Хазал. Думаешь, я не хотела? Знаешь, как сложно ничего не говорить и скрывать все от родителей и Кинана. Тогда расскажи. Станет легче? Не могу. Ты ведь хорошо знаешь Вурала. В гневе он способен на все. Они пострадают. И что ты будешь делать? Куда бы я ни пошла, передо мной стена. Я загнана в угол. Я хочу защитить близких, а Вурал этим пользуется. Я всегда рядом. Не забывай это. Всегда, когда тебе понадобится помощь. Спасибо. Я должна спасти отца. Иначе я никогда себя не прощу. Единственный, кто спасет его, это Кинан. Поговори с ним, он найдет выход. Теперь мы муж и жена, все еще не верится. Я там чуть сознание не потеряла. Это было тяжелое утро. Будет лучше, если ты отдохнешь дома. Конечно, муженек. Вечером увидимся. Но у меня к тебе просьба. Давай не будем жить в особняке. После реакции твоего брата я не смогу. Пусть наш дом и наша жизнь будут отдельными, хорошо? Хорошо, как пожелаешь. Я всего лишь хочу быть рядом с тобой. А место не имеет значения. Спасибо за понимание. Я заеду за тобой вечером. Напиши, когда приедешь домой, хорошо? Пока. Ты куда? Пойду и поговорю с Кинаном. Скажу, что меня заставили сделать выбор и свалить вину на отца. Сегодня все закончится. Слушаю. Кинан, нужно срочно встретиться.